Давайте, покажи. А потом, аккуратно залепливаешь. А первый шаг как? Сейчас подожди. Подожди. Берешь муку, тесто тебе надо было... Потом берешь эту лепешку. Ага. Сейчас тут, да, смотрите. Сюда фарш накладываешь. Ага. Потом наворачиваешь и лепишь. Слепил, завернул, опять вот. Слепил, положил, потом сварил и съел. Конечно. О, помощник, не ты, не ты. Я знаю, что все. Батя, я тебя забыла с утра с праздником поздравить. А пускай тебе практики не решают никогда. И тебе будущим учителям с праздником.